все понравилось, все отлично. А что, какие-то социальные? Ну, такие душевные, все, как в жизни, все так. Я беру, читаю на Гибсона. Не ищи меня, Маня, не найдешь. Тело мое покоится в морге. Копия записки в кармане пиджака, твой дома. Говно от желтой курицы меня назвал. Почему от желтой, не знаю, желтый отец. Первый раз у них случай был. Игра актеров неплоха, но посыл я не то чтобы не уловил, ну да, наверное, не уловил все-таки. Не похоже на жизненную ситуацию? Похоже на жизненную ситуацию, но, честно говоря, покуда я вижу определенную ценность в просто документации жизненной ситуации, я считаю, что, представление это же как? Считаете, произведение, и произведение должно в себе нести что-то большее, чем просто документация с реальности, как по мне. Но это мое, типа, мнение сугубо. Вот. Но, типа, уважаю игру актеров, хорошо сыграли. Очень понравилось. Что-то больше, что-то меньше? Я не могу комментировать. Я не настолько оратор. Вас ничего не интересует? Вы не спрашивали, говорили. Тут не спрашивали. Ну, смешанные впечатления. Но в основном понравилось. Понравилось, как показали семьи, разные виды семей, так сказать. А особенно понравилось, как последняя часть, самая затяжная. Удивила актриса, которая играла бабушку, просто такое перевоплощение, односекундное, бамс и бабушка. Голос, образ, все отлично. Кого-то напомнили эти герои? Да, напомнили. В первой части подросток, девушка, меня напомнила, например. То есть, когда там уезжал в Петрозаводск, уезжал к родителям, и вообще, на самом деле, приходишь домой и видишь это, то есть тебя пытаются накормить, там, запихать тебя еду, постоянно доказывают, что тебя очень все любят, а тебя пекутся, и ты как бы, о, Господи, когда же вы закончите это делать? Ну, есть такое. То есть они прочувствовали этот момент. А что не понравилось, вы сказали, смешанные впечатления? В основном понравилось. Иногда казалось, что слишком долгие монологи. Вот это единственный минус. Он небольшой. Как супер! Да? Очень понравился. Такое, вот мы даже обратили внимание, такая непринужденность, как будто вот они с нами, да, мы с ними общаемся, они с нами. Ничего такого нет, такого патетического, такого вот наигранного, да. Понравился у нас, да. Особенно актриса, которая играла бабушку в последнем. Вот я лично про себя говорю. Самый потрясающий момент, как она набирала номер телефона. Вот не было такого, что вот как бы там вот чувствуется, что играют. А здесь жили, просто жили на сцене. Наигранность у меня была именно так, естественно. Молодцы, молодежь. И такой театр нужен, и классический, и современный. Почему нет? Это тоже интересно. Нам понравился спектакль.
Ну, мне понравился спектакль. Необычная такая постановка, но очень жизненная. Вот прям из моей жизни. Кого-то много. Узнавали, какие-то характеры, ну, что-то да. такое близкое? Отношения с детьми. В основном. Ну, и мои, наверное, с родителями, да? Ну, то есть через эти отношения все проходят. Ну, очень интересно, своеобразно. Молодежь, конечно, молодцы. Очень интересно, просто что-то супер. Какие-то ассоциации какие-то вот находили в характерах, что-то похожее? Вообще, да. Я вспомнил своих детей в самом начале, да, как вот наши родители, как мы были, как дети, как мы сейчас воспитываем. Вот все и жизненная ситуация, прям вот все взято вот прям. И напомнило это, скажем так, питерскую коммуналку. Вот прям вот один в один, да.